Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» «А мы ввели санкции против русских». «Зачем?» «Чтобы им было плохо». «А мы что, русские?» Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Они связаны с системными ошибками вашего политического руководства.